Самый необычный образовательный форум Татарстана начал свою работу. Кемпинг – это не только жить с друзьями в палатках, но и каждое утро ходить на пары. Подъем в 7 утра и обязательно зарядка, а после завтрака и уже потом занятия. Вот уже в пятый раз студенческий форум разбивает палаточный городок, чтобы дать студентам не только знания. Собрать участников активных, дать им знания, чтобы у них было знание ведения того же самого бизнеса, того же самого отношений, и чтобы у них были какие-то связи в будущем. С 15 по 30 августа пройдет сразу три смены. От КВН до мотивационных занятий. Темы мастер-классов будут связаны со студенческой жизнью. Но выезд на природу без спортивных игр, состязаний и хорошего досуга даже нельзя представить. Студенческий образовательный форум – это возможность понять, почему же время студенчества всегда вспоминают с теплотой. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.